каждая девушка готова потратить целое состояние, обновляя свой гардероб. Но не всегда мужчины понимают это. Жоқ, Айша, жігіттер сұлу қыздардың артынан бақылағанды жақсы көреді. Но важно помнить, что не одежда украшает человека, а человек – одежду. Сонымен қатар ең бастысы – адамдарда өзара түсіністік керек. И благодаря шальной сделке мы можем это проверить. Ендеше біз бастаймыз. Дарадам-дам-дарадам-дам-дам. Айш, қалай? Жағдай қалай? Все хорошо. Неге бізді молай? Ну, ты у меня так спросил, қалай? Барде аман. Бәрі келді. Көңілге жақсы олса, бүгінгі кешті жақсы олатын бар? Да, согласна, сегодня будет супер вечер. Я олай болса, әдеттегідей тағы да дайындалып, бүгін кейіпкерлеріміз таңдайық. Жалпы, бүгінгі бағдарламан кейіпкерлері қайыққа жүрсек, деп ойлайсың? Ну, я думаю, нам надо отправить наших героев в необычную страну, а именно туда, куда они не доедут при своем выборе, который обычно складывается в пользу друзей или родственников. Осында қалай. Қаяқты мезеп тұрсын? Ну, я думаю, не каждый, например, отправится путешествовать куда-нибудь в горы. Причем горы должны быть заснеженные. Альпы. Да, что-нибудь типа Альп или, например, Нидерланды. Міне, Нидерландыға біздің қазақстандықтар көп бара бермейді. Да, конечно, но там очень шикарная природа и есть на что посмотреть. Олай болса, келістік, Айша, келістік. Было бы так, если бы на каждой передаче те, кто проиграл, отдавал нам свою путевку. Но, к сожалению, мы можем только подарить. Бәрекелді, олай болса, Айша, әдеттегідей, біздің бүгінгі бағдарламаларымыздың кейіпкерлерін таңдайық. Олай болса, барлық бейнебақылау камераларын қосайық. Біздер экран арқылы іздейік. Я думаю, что здесь выбор гостей может быть абсолютно случайным. Не обязательно нам делать акцент на какие-то пары, либо друзей, либо подруг. В Нидерланды могут ехать практически все. Итак, Ершат, сегодня выбор я доверю тебе. Мне? Да, я решила сделать такой жест доброй воли. Ну да, с одной стороны, я погорячилась. Наверное, надо было промолчать. Так, Нидерланды, Нидерланды. Кім жүрсен екен? Алма кетті дом алып, көше бойын жағалып. Кім алманы табады, сол ойын мұнша. Да. Что, Ершат, у тебя все-таки взор в другую сторону направляется, не там, где считалочка остановилась. Да, мне хтага кейпкелер маған көзіме түсіп отыр. Хорошо, кәдімгідей фотогеничный. Ну, ты как мужчина, тебе больше виднее. Бәрекелді, олай болса, мен осы кейпкелерге, осы қыздарға тоқталамын. Супер. Приглашайтесь. Добро пожаловать, проходите ближе к нам. Жақындаңыз, қорықпаңыз. Мы вас поздравляем, вы у нас юбилейный клиент. И в связи с этим мы решили вам преподнести более значимый подарок. Я, сізге сұрақ, жалпы Нидерландыға барғыңыз келе ма? Но для этого нам надо, чтобы вы стали нашим шпионом. Сначала согласитесь, а потом мы вам подробнее расскажем. Супер! Кеттік. Thank you.
как вас зовут? Меня зовут Райм Гуль. Райм Гуль, расскажите о себе, с кем вы сегодня пришли в ресторан «Мама Мия»? Это моя лучшая подруга Маслима. Мы с ней дружим уже 16 лет. Я ее очень сильно хорошо знаю. И она меня, так что будет очень интересно. Қазір деген қаншалықты дос екендеріңізді біз сынайтын боламыз. Жалпы енді сізге біздің ойынның ережесімен таныстыра кетейін. Бізде барлығы 3 тур бар. Әр 3 турдың кертеңге биіктегелі тапсырмалары қиындай түсіне. Бірақ та бірінші турда 10% жеңілдік Мама Мия мейрамханасынан, екінші турда 2 адамға кешкі ас, үшінші турда Мама Мия мейрамханасынан 1 айға тегін тамақтануға абонемент аласыз. Очень интересно. Я согласна. Ал енді қараңыз. 4-ші тур ол супер ойын деп аталады. Егер де сол турды жеңсеңіз, онда біз сізге шайная сделка бағдарламасы арқылы атынан реалити шоу атынан 2 адамға жолдама береміз. Ал егер де жеңіп қалатын болсаңыз, онда барлық алған сыйлықтарыңызды ұтылып қаласыздар. Конечно, на кону стоит очень многое, но игра стоит свеч. Наверное, в Нидерланды вы хотите больше. Конечно. Расскажите, если вы выиграете, с кем вы поедете в эту страну? Наверное, с мамой. С мамой. А ваша подруга, с которой вы дружите 16 лет, останется в Уральске? Ну, не знаю даже. Сначала надо выиграть, потом посмотрим. Все с вами ясно. Да. Давайте приступим. Келістік па? Я, әрине. Бастаймыз. Шальная сделка. Кет. Начинается. Олай болса, біздің Райхангүл деген кейіпкеріміз келісімін берді. Жалпы, Айш, қалай ойлайсың? Жеңе ма, жеңбей ма? Я не знаю, честно говоря, девчонки, конечно, эмоциональные, но посмотрим, насколько наши героини будут сегодня соответствовать тем требованиям, которые мы им предъявляем. В процессе посмотрим, но, если честно, я думаю, что они все-таки не справятся с заданием. Потому что, когда парень с девушкой, все это эмоционально, а две девчонки... Они или будут совсем соглашаться, или категорически скажут нет. Курик-курик. Посмотрим. Итак, давай приступим к первому заданию. Скажи нашей героине, что мы начинаем. Ендеше, кейіпкерімізге бастайтынымызды айтайық. Райхангүл, ештеңе білдіртпе. Біз бастаймыз. Егер де сен бірінші турға дайын болсаң, өзіңнің шашыңды артқа қарай лақтыр. Наша героиня согласилась. Она готова принять участие в первом туре. Олай болса, бірінші турдың тапсырмасы. Сен қазір өзіңнің құрбыңа соңғы кездері неге екен білмеймін, айқайлап өлең оқығанды жақсы көремін деп столдың қасына тұрып, білесің ғой, айы отыр партада, екі қолы қалтада, а деді, б деді, ырға тілі келмейді деген тапақты айқайлап андай жынды адамдар сияқты оқып беруің керек. Ну нет, не всегда, сейчас вообще более странно вижу, видишь? Короче, из-за того, что я всегда, короче, не хожу там в универ и вообще ни с кем не общаюсь. Я стала вести себя очень-очень странно. Ты даже не представляешь, что я делаю. В последнее время, знаешь что? Ты не догадаешься. В последнее время мне очень сильно нравится читать стихи, вот, которые мы в детстве садике учили же. Но. Вот. Хочешь, прочту? Are you water? Не смейся. Are you water? Партада. Екі қолы қалтада, а деді, б деді, а, нет, подожди, я снова начнем. Айу отыр партада, екі қолы қалтада, апай сабақ сұраса, ұйықтап қапты, масқара.
Уши. Нормально. Скажи спасибо, что тут никого нет. Ну ладно. По идее, я думала, что... Ты что на видео? Если ты это выложишь, я на тебя держусь. Чего я же потеряю своих подписчиков? Бәрекелді, Райхангүль, сен бірінші турдан өттің, жеңісің құтты болсын. Бірінші турдағы сенің жеңген ұтысың ол 10% Мамами мейрамханасынан жеңілдік. За первое легкое задание мы дарим нашей героине 10% скидку, которая обеспечит ей постоянную скидку в ресторане Мама Ме. Итак, я думаю, что не стоит откладывать в долгий ящик, и можно смело переходить ко второму туру. Бәрекелді, Айш, осындай кереметтей көңілге дейін біз әрмен қарай жалғастырайық. Екінші тур. Да, Ершат, первое задание было очень легким, поэтому второе надо придумать посложнее. Итак, приступаем. Мен ойластырып қойдым. Екінші турға сен дайын болсаң, олай болса, құрбыңның тарелкасындағы бір етті әдейлеп алып өзің жеп қой. Как, Ершат, ты вообще относишься, когда в твоей тарелке берут еду? Если остается мало, очень нервно. А если есть, тогда можно попробовать. Ну, я, если честно, отношусь спокойно к тому, что если мою еду кто-то попробует. Обычно я сама предлагаю попробовать что-то, например, с моей тарелки, потому что с подругами мы обычно заказываем разные блюда, чтобы попробовать друг у друга. Оно тамақтанғанда сен қасыңа отыру керек болып тұр ғой. Бірінші сен тамағын жеп қоямыз, сосын тамағын. Выгодно со мной дружить. Бәрекелді, күшті, күшті. Олай болса, екінші турдың тапсырмасын тыңдаймыз. Қазір сіз өзіңіздің құрбыңыздан сөмкесіндегі немесе қалтасындағы бар ақшаны сұрап аласыз да, сосын барып мейрамханадан шығып кетесіз. Шығып кеткеннен соң 2 минуттан кейін қайтадан кіресіз де, құрбым ренжімеші, төмендегі бүкіл ақшаны автоматтарға ойнап жеңіліп қалдым деп, құрбыңызды алдауыңыз керек. Ендеше кеттік. Құрбыңызды шошытуыңыз керек. Алло. Просто знаешь. Ты что, платишь, что ли? Нет, у меня просто иногда глаза слезятся. Ты платишь. Что? Ты просто знаешь. Я вот думаю, мы с тобой вообще ссорились или что? Да, мы да. Ссорились? Да. Два раза, да, кажется. Да, два раза. Зачем ты это сказала? Ты не вспоминаешь теперь, да? Опять сиюешь? Мы пожалуйста, можешь дать мне, пожалуйста, денег? Зачем? Просто. Только что подруга написала, короче. Я тебе сейчас дам. Мне просто пальто осталось. У тебя сумки есть? Да. Просто дай. Сколько у тебя там есть? Зачем тебе? Просто у меня сестренка которая на спросит. Пус, у меня сообщение джазлатор. Каждый месяц берем просто мне пальто кольцо на хватит. Ханша? Барма, ханша бар. Да? Қаз берем. Срочно керек болды. Қанша? 4 мың теңге беш. Оу, спасибо. Сейчас келем. Да? Ну ты же вернешь? Конечно. Ендеше шығып кетті бір 5 минут, 4 минуттан кейін қайтадан кіріп, жаным ренжімеш, бүкіл ақшаның бәрін жеңіліп қалдым деп, подружкаңды қорқыту керек. Қатты қорқытсаң, сен жеңіске жетесің.
наконец? Чё ты так долго? Чё, кедама? Короче, Жан... Ну, короче, не обижайся, да, я тебе скажу, да? Жанна, я думаю... Ты же знаешь, что я очень люблю играть, но... Ну, серьезно. Я только что когда шла, увидела... Я поиграла с сестренкой, что ли? Нет, я собрала, короче, я думала, сейчас я выиграю, Тура, короче. Тура, что ты делаешь? Короче, думала, что я выиграю и все твои деньги, и свои тоже. Как бы положила в автомат и все проиграла. Какой автомат? Не знаю, короче. И вот, короче. Какой автомат, Тима? Ту, игровой автомат, когда будет другому держать. Зачем ты пошла играть? Ту, я думала, еще и выиграю. Короче, Ахшан Якися отсылала. Ты сказал, что ты к сестренке пошла? Ну, я ну, если бы я сказала, что я пойду на автомат, ты бы со мной, ты бы дала мне деньги. С какого перепуга вообще тебе пришло в голову, типа, пойти в автомат? Это же... И как бы теперь я же потратила и твои, и свои деньги, не, да? Не делай так, пожалуйста. Ну не злись, просто мне самой как-то неловко как-то. Ты шутишь, ты? Я сама виновата. Я понимаю, что это глупо, да, то, что я натворила, но я просто хотела поиграть и думала, что я выиграю деньги, да? И в два раза больше, короче. И теперь, как, так как я потратила все деньги наши, мои и твои... 4000 тенге? 4 тысячи, еще у меня их 5 тысяч, 9 тысяч, да, я потратила в пальто, я взяла. И теперь, чем мы будем платить в ресторан? Сама плати, я тебе дала деньги, я не знаю. Ну, значит, мы будем вместе мыть полы. Ершат. Она выполнила задание, она рассказала о том, что денег больше нет. Давай перейдем к следующему туру и шокируем подругу еще больше. Вперед. Олай болса, біздің... Ой, үшінші турда қазір не болады деймін да. Біздің екі кейіпкерімізде қазір не болатынын тіптен білмейді. Олай болса, кеттік. Да. Третий тур у нас будет очень необычный. И сейчас, я думаю, наши гости будут удивлены обе. Олай болса, біз үшінші турда бастаймыз. Егер де сен үшінші турға дайын болсаң, вилканы басыңның қасына тақа. Так, все, вилка на готове. Значит, наши гости подтвердили то, что наше задание началось. Так, а что такое? Что такое происходит? Вот у меня там касса нашарлана. Сосы тексеру болу ма? Я әрине. Қалтаңыз шығарасы, ол бізден жұмыс бағадымыз, бірге кеттіреді. А оның не қатысы бар? А оның не қатысы бар? Түменде ақшарлан көткен, бізде камерадан көрсеттір, олар мен ресторанға кіріп кетті, соң қараңдар. А знаете, у нее наоборот, этот, ақшасын ұрлап кетті. Наоборот, ақшасын ұрлап кетті? Я. Наоборот, бізде ақшарлан деп тұр. Қалтамда жоқ ақша. Қалтаңыз ақшы жоқ па? Менде қалта жоқ та ашып. Сумкаңыз бар ма? Сумкам жоқ. Камерадан көрсетіп жіберіп тұр да бізге. Түсініп тұрмын, бірақ менде ақша жоқ, қалтада жоқ. Кешір сонда? Жақсы. Сіз камерадан көрдіңіз ба оның алғаны? Нет, бізге киіммен ниетпен жіберіп тұр ғой. Осындай киім киген қараңдар. Сосын киіммен сол бойынша біз келіп тұрмыз. Ну, значит, бір адам оны ұрлаған, потому что одан да қазір жаңа бізге... Камерада бәрі көрінеді ғой бізге. Сосын мен төмен тұрмын, бізге хабарлаған, сосын мама мен... Сонда ол өз ақшасын ұрламайтын болар, да? Өзіне ақшасын ұрланып кеттім мана ұрлады? Мен жаңа. Кешірістер оны, дәрен жүрмейді? Жоқ, жақсы. Господи, что за день сегодня? Походу, не мой день. Реально, не мой день. Наши гости сидят без настроения. Думаю, сегодняшний вечер был испорчен. Это однозначно. Смотри, теперь они не поймут, почему же все-таки именно их обвинили в
чем-то очень нехорошем. Да, они говорят, что украли деньги, а когда украли, рядом стояла она. Да, думаю, что обвинение в воровстве – это серьезно. Тебя когда-нибудь обвиняли вот, в чем-нибудь? Вот реакция пошла, смотри. Все, наши девчонки... Кичерсина, мазалага матага, да? Атанс. Точно она, да? Камера. Сіздеп тұр камерада? Я не құрал ничего, что вы говорите? Бола ма? Қалтаңыз ақша бар ма? Шығарасыз ба? Ренжімесеңіз. Мына ақша жоқ, қалтамда жоқ мына. Карманов ничего нет, вот. Камерадан сізді көрсетіп тұр ғой. Сіз деп алған. Енді мен мына жұмысым, а так мен сізге келмеймін ба? Түсінбей тұрмын. Есть ли? Мои деньги, как бы. В смысле твои деньги? Ты сказала... это мои деньги. Нет, это мои деньги. А, это твои деньги. Ай, ахшаныңызды, кішкене, тұрамайсыз ба? Все, она проиграла. Все, выходим, выходим. Она выходим, проиграла. Ее разоблачили. Стоп, 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 стоп. Рахмет, жігіттер, рахмет. Сізге көп-көп рахмет. Саламатсыз ба? Қалыңыз қалай, жақсы ма? Шошымаңыз, қорықпаңыз, бәрі де жақсы. Это была шутка, мы вас разыграли, не переживайте, все хорошо. Это было самым горячим. Это было тяжело. Все было отлично. Почему ты лезла в мой телефон? Она торчит же там. Смотрите, вы, получается, свою подругу просто поставили неловкую ситуацию. Вы нашли именно те деньги, которые я украла. Ең басы, егерде сіз ол ақшаны таппағанда, сіздің құрбыңыз екі адамға Парижға жолдама ұтып алады, ниет өкінішке орай. Бірақ сіз ол жолдамаға бармайтын. Себебі мен мамамен барады. Она хотела поехать без вас, так что вы ей отомстили за все то, что сегодня происходило вечером. Расскажите, как вы вообще отреагировали на все, что сегодня было? Ну, самый первый, не знаю, она как-то себя очень странно вела, как будто была нервной. Но то, что она сказала, что потеряла деньги, это было вообще очень странно, честно. И я не поняла, что с ней сегодня стряслось. А как тебе вообще, мои стихи? Да, хотели, например, как вы сегодня хотели расплатиться за ужин? Как бы вышли из этой ситуации? Ну, мы думали, что родителям напишем. Я ей сказала, чтобы она написала родителям. И думали, что заплатим так. Ну хорошо, что есть кому обратиться, да. А как вам было вообще вот рассказывать стихи время... перед окружающими? Это было как-то неловко, я чувствовала себя под давлением, и она все время говорит мне что-то, и вы говорите мне, она говорит, что ты меня не слушаешь? И такая, да, а, да, сейчас, да. Это было самое неловкое. А так, то, что я читала стихи, это я каждый день делаю так. Это нормально. Это нормально для моих подруг и все такое. Ну супер, отлично. Мы очень рады. Девчонки, спасибо вам огромное, что вы приняли участие в нашем реалити-шоу. Спасибо вам за то, что вы терпели весь вечер наше задание. Я думаю, что обязательно вы и с мамой, и со всеми подругами еще будете ездить по разным странам. Спасибо. Желаем спасибо. Вам удачи. Спасибо большое. Это была шальная сделка на ДТК 42. Бәрекел таңдадық, олай болса, біз қалып қойыңыз. Здравствуйте, поздравляем, пойдемте к нам. Давайте познакомимся, есіміңіз кім болады? Сәлем. Наша пара очень красивая. Они гармонично смотрятся друг с другом, и они очень спокойные. Если ты готова к первому туру, тогда потрогай ухо своего парня. Вы должны сейчас признаться любви вашему парню.
сказать, что вы его очень сильно любите и что вы были всегда счастливы. Разбейте тарелку, которая стоит перед вами. Что ты? На счастье. Чашки, зачем они это сделали? Пожалуйста, возьми кусочек лука и положи в рот своему парню. С твоей стороны это будет одобрение на то, что ты переходишь в следующий, второй тур. Пожалуйста. Ну, полезно, сейчас осень. Итак, ты сейчас должна позвать официанта и сказать ему, чтобы он прочитал твой новый запах духов, сославшись на то, что у твоего парня нет вкуса. Вы можете рассказать, какие у меня духи? Всем классно, да? Ну, духи. Всем классно, да? К сожалению. Ну, просто у моего парня вкуса нет, и поэтому... Палет вкус шок меня. Спасибо. Эй, мэн, қуадына? Айш, қуадына. Сен, тұршы, тұр дейм. Все. Қасым ба? Тұр. Неге көтіне соқ тұрған, а? Я даже не задела его, просто по ноге. Давайте, да, никуда далеко не отходите, приглашайте своего кавалера и вперед с песней. Танцы. Потанцуй со мной. Ну, пожалуйста, потанцуй со мной. Жоқ дейм. Ну, даже если ты не хочешь. Жоқ дедің ғой, не тыңдамайсың? Ну, прости, пожалуйста. Не тыңдамайсың, отырыш десем. Ну, пошли потанцуем. Отырыш дейм, Сәуле. Потанцуем. Сәуле, отырыш, отырыш на жерге, отырыш, на жерге, отырыш осы, отыры түсінің, да? Извините, девушка, вы... Я его девушка, мы с ним год уже встречаемся. Ого. Вот это да.